Итак, сегодня мы проведем интересные опыты для детектива. Все эти эксперименты вы сможете найти в наборе «Химия для детективов» в рамках подписки Mail Chemistry. Еще один опыт из данного набора – липкие пальчики. Для него нам понадобится пипетка, чашка Петри с крышкой и черный листок бумаги. Также вам пригодится пластиковый стаканчик из стартового набора. Кроме того, для опыта необходим быстросохнущий суперклей, который нужно взять самостоятельно. Помните, что перед началом опыта нужно надеть защитные очки. Все опыты проводите на пластиковом подносе. Итак, сначала возьмите чашку Петри и снимите с нее крышку. Теперь с помощью пипетки нанесите на нижнюю половину чашки Петри каплю воды, а рядом с ней на расстоянии 2-3 см каплю суперклея. Теперь оставьте отпечаток пальца на внутренней стороне крышки чашки Петри. Накройте чашку Петри крышкой и подождите 5 минут. В течение этого времени пары цианакрилата, вещества, содержащегося в суперклее, будут взаимодействовать с парами воды и полимеризоваться. Активатором полимеризации служат аминокислоты, входящие в состав отпечатка пальца на крышке. Со временем отпечаток будет проявляться и становиться более отчетливым. Спустя 5 минут откройте чашку Петри и положите ее крышку на черную бумагу, чтобы лучше рассмотреть отпечаток. На отпечатке можно хорошо рассмотреть папиллярные узоры, оставленные пальцем. Если вы хотите узнать больше об этом эксперименте, посетите сайт Mail Science.